Ирландии ищут тех, кто устроил стрельбу во время взвешивания боксеров. На традиционную церемонию перед поединком пришло много зрителей, в том числе детей. Когда процедура была в самом разгаре, в зал неожиданно ворвались трое в полицейской форме и открыли огонь из автоматов. Началась паника. Люди бросились в расцепную, причем быстрее многих ретировался как раз сошедший с весов боксер. Расталкивая всех вокруг, Супермен выпрыгнул в окно. Благо, зал был на первом этаже. В результате случившегося один человек погиб, двое ранены. По одной из версий, произошедшая разборка между криминальными группировками, которой якобы принадлежит один из спортсменов.